Надо сказать, что Дональду Трампу в ближайшие месяцы точно не нужны плохие новости. В ноябре ведь промежуточные выборы в Конгресс США. Но у республиканцев дела очень плохие, а именно эту партию представляет Трамп. Демократы существенно опережают республиканцев в вопросах, и во многом виноват в этом сам президент США. Рейтинг одобрения его действий довольно низкий, около 40%. Еще и с тенденцией на дальнейшее понижение. Аналитики говорят, что фигура Трампа становится почти токсичной для избирателей в национальном масштабе. А это означает, что с высокой вероятностью политические конкуренты из демократической партии уже очень скоро установят свой контроль над американским парламентом. Ну а мы будем внимательно следить за этой интересной темой.